Трехминутка любви к Израилю от Ивана Нави. Ребятки, я балдею просто. На горы мы едем. Это необработанные поля. У нас сейчас год шмита, когда земле дают раз в 7 лет отдыхать. И вот поля необработанные, не посажено ничего. Потому что в Библии написано, 7 лет засевай землю, а на 7-й 6 лет, а на 7-й нет.